Всем привет-привет, начинаем наш трудовой день опять. Молодой человек, как ваши дела? Вы убрались у нас уже, да? Спасибо вам большое. У нас с вами 17 тысяч. Открываем офис. Вывеску на открытие. Оглядываемся, никого нету. Значит, мы с вами едем куда? Как всегда, путешествовать. Путешествовать мы с вами сегодня поедем на автомобильный рынок. Будем очень вежливы и культурны, потому что на автомобильном рынке никого нету. Что же нам делать теперь? Идти куда? Не знаем. Но идем. Разворачиваемся. Смотрим, где у нас остановка ближайшая. Мы тоже не знаем. Заблудились. Что будем делать? Уходить в леса. Зачем нам в леса? Будем там партизанить, выбегать на дорогу и отжимать наши машины, которые мы потом будем продавать. Давайте поголосуем. Стой, подвези. Не хочет. Эй, стой, возьми куда-нибудь, довези. Не хочет, не хочет. Что-то они все нас сегодня не берут. Хотя мы готовы им заплатить неплохую сумму. Ладно, пойдем по буеврагам. Идем, идем. Куда мы с пятачком? В далекие края. Зачем идем, не знаем. Но мы идем. Так, ух ты. Что у нас тут такое? Деревце такое, золотое, неплохое. Дальше что у нас тут? Подходим к какому-то большому дому. Так, что это у нас? Ёптель-мотель. Что это такое? Слушайте, а? Так у нас так близко рынок, что ли, от нашего офиса? Это наш офис? Блин, точно. О, так мы будем здоровее. Так, машина, подождем. Переходить, пока проедет. Ух ты, что-то притормозил. Давай, давай. Пролетай. Никто к нам не пришел. Такую шикарную тачку никто не хочет взять. Ладно, будем на общественном транспорте добираться до района. Поехали. Не поехали. Поехали. Мы с вами прибываем на станцию район. Так, побежали. Тут нет ничего, там нет ничего, здесь нет ничего. На районе все спят. Или все спрятались, потому что знают, что мы приехали. Вот, смотрим, первую машину. Какая нам попадается? Вот это вот. Аудюшка. Пиздюшка. Сколько? Так, дверь задняя сажена, бампер саженный. 16 тысяч. Ладно. Пойдем дальше. Цена вроде приемлемая. Взять мы ее можем. Давайте BMW. Сколько? Ух ты, у тебя намного на... Более убитая, и ты дороже хочешь. Зря ты, парень. Давайте вот с этой еще поговорим. Здорово. Целую у тебя машину? 38 тысяч. Нет, мы не будем с тобой торговаться, потому что у нас нет таких денег. Так, убегаем, пробегаем. Ну, еще туда сбегаем. Может быть, там что-то есть интересное. Там есть, вижу, автобус. Автобус. Гандобус. Смотрите, дом на колесах. Сколько он попросит за него? Так, давайте его оглядим. Так, что тут у нас? Не испугался? Да, что-то у тебя автобус. Слушайте, цена приемлемая. Забираем. Даже в таком состоянии. Неплохо. 6 тысяч. Все, ночь. Быстрее бежим в автобус. Ух ты. Ни
Нехилый такой у нас автобус. Что у нас тут внутри? А руль? Вау! 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 Так. Что у нас внутри? Аварийка, гори. Вау! Вау! Полетаем. Ладно. Даже сигнал есть. Слушайте, фары есть. Ну ладно, в этот раз поехали с фарами. Погнали. Что-то нас качает. Ну ладно, попробуем доехать. Быстро-быстро гоним. Так, выехали мы. Сидим высоко, глядим далеко. Останавливаемся, поворачиваем аккуратненько. Понеслись. Все, мы, пацаны, едем спокойно, ровно. А руль у нас что-то, смотрите, сжимаешь, поворачиваешь, он сжимается. Охренеть, да? Вот это класс! Что происходит? Хрен поймешь. Да. Одуреть, правда? Скорость какая-то фуфловая у него. Не очень. Так. Подъезжаем. Аккуратно притормаживаем. Наша точила стоит. О, смотрите, как он загибается. Охренеть, да? Ну просто вообще. Ставим ее в боксики. Боксики пока пустые. Ну так я бы сказал, ничего, машинка, да, смотрите. На десочках. Хороший домик. Покрасим его. Чуть-чуть подтюнингуем его. И все. Ладно. Закрываем офис. Закрываем двери в офис. Вот эти откроем. Опять закроем. Опять откроем. Идем на остановочку. Бензинчик тратить не будем. Все. В свой домик. В контейнер. Пришли. И спать легли. На сегодня все, ребята. Завтра мы с вами продолжим.